С сегодняшнего дня возобновились междугородние перевозки без ограничения движения во времени. Таким образом, все межмуниципальные маршруты будут работать в соответствии с установленными требованиями и расписанием. Данное решение приняли на очередном заседании оперативного штаба республики. Напомним, в Чувашии действует особый санитарно-эпидемиологический режим. Продолжаются ограничительные мероприятия. Обязательным остается соблюдение масочного режима в транспорте.